вечір, шановні миколаївці. Ви дивитесь гарячу лінію на телеканалі Миколаїв. Сьогодні для вас працює Віолетта Рутюнян. І у нас в гостях Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Вітаю вас, Юрію Йосиповичу, у нас в гостях. Сьогодні ми будемо говорити про культуру нашого Миколаєва. Отже, минув наш черговий день народження нашого міста. Так. Розкажіть, які заходи у нас були для наших городян? Як пройшло це свято? Мені кажется, что большинство наших идей и планов нам удалось осуществить. Я говорю «нам», потому что это ведь праздник не управления по вопросам культуры. Это не праздник горисполкома или городского головы, это праздник всех горожан. Потому что и идеология Дня города должна быть такая, что все горожане, все, кто родился в этом городе, или кто сейчас живет, и кто планирует здесь жить, отмечают свой общий день рождения. А значит, нет никаких политических противоречий, нет никаких различий между нами, мы все одинаковые горожане, и поэтому это наш общий праздник. И хочется, чтобы в такой праздник каждый из нас выходил на центральную площадь, на центральную улицу города и показывал, что у него есть интересного, красивого. Вот так вот оно, в принципе, и произошло. В течение дня вся улица Соборная, площадь Соборная была заполнена николаевцами, учреждениями, заводами, предпринимателями, которые хвастались, что у них вот есть интересное вот к этому дню города. Я, например, считаю, что вот в этом и есть самое главное, когда люди выходят на улицу, чтобы рассказать о себе, а вот это и есть лицо нашего города. Вот. А в этом году впервые мы, вот такая выставка, она же не впервые, правильно? То есть это уже много лет, начиная где-то, наверное, с начала 2000-х годов, вот так вот город встречает этот день города. Ну, бывали и парады муниципальной техники, бывали разные формы, но вот такая вот форма такого выставочного городка, она прижилась, она очень интересна. И вот в этом году мы впервые ушли на площадь Соборную. Раньше, если занимали исключительно улицу Соборную, конечно, там тень, особенно в такой солнечный день, который мы встретили, день города, тенек, затышно, все удобно и красиво, но там очень узко, очень тесно, когда выходит весь город. Поэтому так, наверное, у нас невеличка, да. Головная площадь. Нет, на площади уже было и больше. Вот мы вышли уже на площадь, и на площади площадь заняли выставочном 4... Выставочном месте, да? Да, вот. Площадь заняли 4 района, каждый район занял свой треугольник, Заводский, Ингульский, Центральный и Корабельный, и вот они там и представили всех своих предпринимателей, школы, вузы и так далее. То есть это было замечательно. На улице Адмиральской управление здравоохранения, тут же департамент социальной защиты, тут же управление по вопросам семьи и молодежи. В общем, много всего интересного на площади. Ну а дальше управление образования, управление спорта, управление культуры уже там аж до Каштанового сквера. И в течение всего этого времени вместе с ярмарками, мини-концерты, большие концерты, какие-то презентации, открытие новых там, условно говоря, каких-то шуточных памятников, фотозоны. Это всегда очень интересно, что люди подходят, фотографируются, там выставки, макеты. Ну, в общем, я, честно говоря, не все успел посетить в этот день. Так, ну, свято Дня міста у нас, на жаль, лише один раз на рік. Але, на щастя, в Миколаєві дуже багато свят, і менше тижня пройшло свято Дня міста, і вже у нас у цю суботу, 23 вересня, буде День дружби народів. Так. Розкажіть, як ми плануємо святкувати День дружби народів? День дружби народів, в этот день пройдет большой фестиваль, пройдет в районі обласного дворца культури, в самому дворце культури, там запланировано очень много разных интересных мероприятий. Я хочу сказать, что вот такой фестиваль, да, который проходит при поддержке областного управления культуры, он вносит свою общую лепту вот в нашу такую культурную палитру нашего города. Потому что вместе с большими мероприятиями, которые бывают там, ну действительно, вы говорите, там День города раз в году, Новый год тоже раз в году, вместе с такими большими мероприятиями, все равно каждодневная работа, культурная работа, она ведется. И культурные мероприятия идут, и даже маленькие мероприятия в библиотеках, в школах, в музыкальных школах, это ведь
тоже общий наш калейдоскоп, да, там мозаика, из которой складывается ежедневная наша культура. Поэтому я ни в коем случае не считаю, что нужно замыкаться исключительно на каких-то больших, огромных там праздниках со звездами, с фейерверками и так далее. Но и без этого тоже нельзя. Поэтому, как называется, пусть расцветают тысячи цветов, потому что каждый жанр, не бывает хороших жанров и плохих, бывают скучные. Вот, поэтому и классика, и народный, и эстрада, и рок, все это, и в том числе и вот такие вот фестивали, как «Дружба», осенью будет и джазовый фестиваль. Ну, очень много. То есть, если мы будем с вами перечислять, то это просто сяду и буду зачитывать список планов. А одне все ж таки з улюблених свят для миколаївців є свято «Дружби народів». Це свято, коли всі народи, всі національності виставляють свою націю на ярмарку, так, де показують, розказують, а потім вже ввечері є концерт, де ми слухаємо пісні, танці різних народів. Оскільки у нас місто багатонаціональне, то це свято улюблене і для великих, і для маленьких, це свято кожного. Розкажіть, де ми плануємо святкувати, окрім гала-концерту в обласному будинку? В обласному палаці культури. Ярмарок буде на вулиці Соборній чи на площі? Буде на площі возле обласного дворца культури. Тобто буде, як день міста? Да. І там ще багато мероприятий. В этом году я там исключительно как гость, не как соорганизатор приглашен. Вот, поэтому всех тонкостей организации я не знаю. Удовольствием... Так, це обласне вже. Да. С удовольствием я постараюсь посетить все мероприятия, которые там будут. И если будет необходимость, обязательно мы к этому і підключимося, і присоединимося. Дякую, ми так трошки проанонсували це свято, обов'язково відвідайте, це дійсно буде дуже яскраве свято для нашого Миколаєва. Перейдемо до нагальних питань. Так. Чим зараз доводиться займатися, які є на сьогоднішній день проблеми, або питання, які потребують негайного вирішення? Проблем на самом деле, ну как, я бы не назвал проблемой, я бы назвал задачами. Есть технологические задачи, технические задачи, идут ремонты, завершаются тендеры на ремонтные, реставрационные работы. Все это идет очень непросто. В этом году летом на уровне государства поменялись правила, ну, условно говоря, игры в строительной отрасли. Все проекты, которые были готовы к лету, пришлось заходить на повторную экспертизу, пересчитывать их, по-другому рассматривать. Это немножко затянуло на какой-то период затянуло наши работы строительные, реконструкционные, реставрационные. Но работы эти идут. И вы знаете, вот еще какая сложность у нашего управления – в отличие, может быть, от управления других в строительной части. В нашем подчинении находятся учреждения, которые находятся, много учреждений, находящихся в зданиях, которые отнесены к архитектурному наследию Николаева, к историческому наследию. Поэтому там невозможно просто взять, побелить, покрасить, закрасить. Там надо проводить реставрационные реабилитационные работы. Это не в том дело даже, что тщательнее, а в том дело, что это усложняет и процедуру. То есть все идет разрешение через Киев, выдача. То есть это удлиняет и в серьезном степени усложняет все эти процедуры. Даже музыкальная школа, которая находится на улице Госпитальной, она находится в здании, например, там, в здании исторического наследия, поэтому это только реставрация, да, даже просто вот покрасить стены, там, заделать какие-то трещины, поменять батареи старые на новые, это все реставрационный проект. Это отдельно, это не все проектанты выполняют такие работы, не все подрядчики имеют лицензию на проведение реставрационных работ. Это вот это усложняет. С одной стороны, как бы гордость наша есть, да, что у нас, мы сидим, да, в старинных, в старинных зданиях, но с каждым из них, а они же требуют, вы понимаете, и ухода, и тщательного, и всего этого. Вот такие вот задачи, плюс аттестация в школах. Ну, я не очень хотел бы говорить о механизмах всего этого, потому что на самом деле, как буду рассказывать, что много работы, получится, как жалуюсь. Да, как бы, работа есть. Вот, до речи, вы майже відповіли на моє наступне питання. Чим займається управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради? Також за які об'єкти ви відповідаєте? Тобто це лише якісь культурні будівлі, чи це і школи в тому розрахунку? На самом деле, главная задача управління
по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета, это проводить культурную и государственную политику на местном уровне. То есть вот ее воплощать, превращать вот эти вот там как бы тексты, да, там тексты, идеологемы, которые проистекают на уровне государства, красиво, правильно, потому что культура не требует, не понимает и не терпит насилия. То есть это вопросы, которые нельзя решать насильственным путем. И вот красиво, правильно внедрять государственную политику на местном уровне, вот это наша основная, будем говорить так, идеологическая задача, если так можно говорить. А если о техническом, то ведение управления, учреждения культуры, которые принадлежат коммунальной собственности. Это дома культуры, Терновка, Матвеевка, Большая Корениха, Малая Корениха, Кульбакина, Дворец культуры Молодежный, Дворец культуры Корабельный. Это вот такие, как наши самые большие городские... Будинки культуры. Да, да, именно вот коммунальной собственности. Все школы эстетического воспитания. Это музыкальные школы, художественные школы. Вот это как бы тоже наше, плюс зоопарк, плюс детский городок Сказка и сегодня еще парк Лиски. Боже, ви коли так перелічуєте, що у нас є в місті, це так приємно чути, бо іноді у вихідний день думаєш, а куди піти? А нема куди в Миколаїві піти. Нікуди, ви до, так перелічили, що я розумію, боже, до містечка Казка, туди йти. Точно, є куди піти насправді. На сьогоднішній день як ви можете оцінити культуру, рівень культури в місті Миколаїві? Так, десятибальною шкалою, де нуль це... Це повністю 0-10 найвище. Я не буду уподобляться и говорить, что Николаев город низкой культуры. Мы не живем в закрытом обществе. Мы сегодня живем в настолько открытом обществе, мы открываемся, что можно сказать, что наш город, как перефразируя одного из политиков, который приезжал сюда, наш город еще недооккультуренный, да, то есть есть над чем работать, вот так я не буду ставить оценки, хотя мое первое образование, я учитель по первому своему образованию, но я не буду ставить оценки, я считаю, что, еще раз говорю, вот у каждого человека есть своя культура. Она у него есть. Разная планка кого-то хорошего, красивого, некрасивого, хорошего, плохого. Поэтому надо работать. Оцінку над оцінку місту ви ставити не будете, але роботу над помилками ви зазначите все ж таки. І над містянами теж. Над місцевою культурою. А які люди у нас, яке населення все ж таки більше тягнеться до культури? Це старше покоління чи молодіжні такі більш... Люди. Вот совсем недавно, несколько недель назад, мы провели неожиданное мероприятие. Это вот День археолога. Может быть, вы обратили внимание, да? Вот мы его планировали как просто маленькое мероприятие, поздравить археологов, собраться в районе Дикого сада, там, где вот сейчас раскопки идут, да, и именно вот наше управление, наш вот отдел по охране культурного наследия курирует эти раскопки и финансируем сейчас вот там строительство забора, забор появится, будет ограждение, чтобы там не было там хулиганов, лишнего мусора и так далее. И вот мы планировали как небольшое мероприятие, но когда мы его сделали, выяснилось, что огромное количество людей интересуется этим просто мероприятием. Они просто пришли в День археолога, просто на Дикий сад, посмотреть какие-то там локации, там, как лепят из глины, экскурсии, которые проводят замечательные ребята, которые знают про Дикий сад все. Там пофотографироваться, посмотреть какое-то там музыкальное там огневое шоу, которое делал замечательный художник Владимир Бахтов, рисовал огнем, все это. Вот оказалось, что этих людей очень много. Мы даже не ожидали, что такое количество людей будет. И вот если спросить меня, были там взрослые или молодые, я не скажу, кого было больше. Я видел всех. Я видел всех, и взрослое поколение, и детей, и среднее поколение. Люди тянутся к этому, людям это интересно, людям это нужно. А людям это нужно просто, как бы рассказать, показать, дать какую-то возможность техническую, там, поставить звук, свет, там, поддержать и все это. Вот тогда все это будет. Конечно, в городе сегодня преобладает старшее поколение. Мы понимаем, да, что мы видим, что молодежь уезжает из города, молодежь, к сожалению, уезжает из страны. Этот тренд, к сожалению, сейчас негативный, но он есть, и он, наверное, все-таки будет нарастать. Поэтому, наверное, все-таки вкусы людей, поэтому, наверное, все-таки вот
Ляпис 98 на концерте, он именно произвел такое впечатление. Пришли люди из 90-х, да, пришли люди там за 35 лет, за 40 лет. Вот, ну, вот поэтому любой молодежный артист сегодня бы не собрал такой публики, у него его сегодня в Николаеве нет. Но это же не значит, что... Это же не, в принципе ничего не значит. Это говорит о том, что вот сегодня у нас такой город. Завтра он будет другой, завтра он помолодеет, пройдет время, изменится экономическая ситуация. За ней культурная. Культурная, она все-таки идет за экономической ситуацией. Не в плане того, что в бедные времена не рождаются произведения культуры. Произведение культуры рождается всегда, что бы ни происходило. Даже в самые тяжелые времена, даже во время войн, во время всего, люди творят, творцы есть. Но общий уровень культуры, когда люди больше думают о чем-то земном и приближенном по пирамиде Маслоу как к основанию, тогда, конечно, немножко голова чуть-чуть у них занята. Стоит чуть-чуть только оторваться от земли, как люди подумают о другом. Но вот успех джазового фестиваля, в этом году 10-й фестиваль, уже 10-й фестиваль, успех в нашем городе именно джазового фестиваля, не попсового, не шансонного, даже не рокового фестиваля, а именно джазового, говорит о том, что... Юбилей, в цьому році, до речі, да. Юбилей. И мы поддержим этот фестиваль, и я думаю, что он будет интересным. Угу. Ви щойно заговорили про те, що у нас більше старше покоління цікавиться. От я що помітила. Нещодавно в мене була програма теж «Гаряча лінія», але з працівниками бібліотечної системи. І ми розмовляли на тему, що, на жаль або на щастя, зараз бібліотеки – це місце, де проходять безліч заходів. Це і курси мовні, і заходи просто там, чергове відкриття книжки – і дуже-дуже багато різноманітних. Я помітила, що там все ж таки молодіжі дуже багато. І як ви ставитесь до того, що бібліотека зараз не є бібліотекою, де приходять почитати книжку, а де це центр заходів? Так это... Може відкривати слід вже з такі центри, де будуть проходити заходи, а бібліотека буде залишатись бібліотекою? А это уже нет, понимаете, бібліотека как книгохранилище, она уже сегодня давно не существует. И это не потому, что кто-то заставляет библиотекарей что-то делать. Они понимают сами, да, что люди уже меньше приходят просто взять книгу. Потому что, во-первых, книгу можно взять в любом другом месте. Можно скачать из интернета, можно там еще где-то. При дефиците книг, который был там в моем детстве, например, да, мы все ходили в библиотеку, потому что мы не могли себе купить, достать эту книгу, там ее просто не было. Сегодня этой проблемы нет. Поэтому библиотеки постепенно превращаются, и я поддерживаю вот это направление, в социокультурные центры, в которых можно и книгу взять, и газету взять, и мероприятия посетить, и кружковая работа там есть, и клубная работа. Ну, это уже в каждых наших библиотеках. И интернет, и какая-то там компьютеризация, и обучение. Это уже есть везде. Вот недавно в одной из наших библиотек с участием ребят-переселенцев, там как бы участвовали мы в гранте и выиграли грант, и будем в одной из библиотек, где такой вот центр, интересный центр, в котором переселенцы смогут, ну как бы, ну, с местными жителями уже потихонечку интегрироваться уже полностью. Те, кто понимает, что они в этом городе уже будут жить теперь достаточно долго, вот такой интеграционный центр тоже при библиотеке. И когда мы принимали решение участвовать каким из наших учреждений, то выбрали действительно библиотека, потому что в библиотеке должен быть этот центр. И это абсолютно нормальное направление. Может быть, они завтра не будут называться библиотеки, вот, будут называться по-другому. Но та вот старинная исконная функция хранения книг, она теперь все занимает вот все меньше и меньше места в общем направлении, которым занимаются эти люди. До речі, на бібліотеках відвідувати такі освітні, там, культурні заходи набагато цікавіше, бо бібліотеки мають свою атмосферу, де налаштовує на сприйняття нової інформації, цікавої інформації. А чи не вважаєте ви, що через те, що що відвідують бібліотеки менше через те, що читають менше? Це чи просто легше придбати книжку? Я не знаю, посещають які менше. Які причини? Немає якоїсь статистики или больше? Є ця статистика, її можна посмотреть. Я думаю, що уменьшення числа читателей, многие факторы.
Многие факты. Ну, я скажу вам больше, что все-таки наша сеть же сохранилась практически полностью еще с советского времени по количеству людей, вот, а даже физически количество людей в городе становится меньше. Физически людей, которые приходят, которые не могут взять книгу где-то у себя, тоже становится меньше, и интерес к чтению чуть-чуть меньше. То есть вот эти все чуть-чуть меньше, они и накладывают, наверное. Ну, я, честно говоря, статистику не знаю, вот, я не уверен там в достоверных цифрах статистики 70-х тоже годов, поэтому сравнивать, ну, так, можна, звісно, сравнити. До речі, якщо ми заговорили про бібліотеку, хочу сказати зі свого досвіду, я помандрувала по містам різним України, і хочу сказати, що в Миколаєві легше всього придбати, не придбати, а взяти на користування книжку бібліотеки. Бо, наприклад, Київ або Одеса, оскільки там дуже багато проїжджих людей, вони не дають над собою додому книжку з бібліотеки. Можна сфотографувати за кошти, можна почитати протягом 30 хвилин, але якщо зареєструватись в бібліотеки в Києві, то можна зареєструватись і лише наступного дня прийти скористуватись цією книжкою в просторах цієї бібліотеки. Тому в Миколаєві, на щастя, легше всього придбати або взяти книжку на користування в бібліотеці. Дякуємо за це Миколаєву. Це так. Це дуже гарний особливості приклад нашого міста. Так. Нагадайте, будь ласка, коли ви прийшли на посаду начальника управління? В кінці мая цього року. Це нещодавно. Да, пройшло майже там 4 місяці. З якими думками, з якими планами на майбутнє ви прийшли на цю посаду? С одной только мыслью попробовать. Я понимаю только одно, и понимал, и сейчас понимаю, что работа чиновника в местном самоуправлении, или будь то чиновника в государственном аппарате, она очень жестко регламентирована. Шаг вправо, шаг влево, ну, как бы это уже в этом коридоре не всегда возможно. Но даже при этом, даже двигаясь в этих жестких законных рамках, можно делать одну и ту же работу или одно и то же мероприятие, или одно и то же там направление, можно делать все равно по-разному. Вот я пришел с одной мыслью, чтобы попробовать в этом коридоре, условно говоря, да, там попытаться сделать максимально возможное из того, что у меня получится. Но не то, что у меня. То я не могу даже думать о том, что можно работать в одиночку. То есть работа – это всегда большой коллективный труд. Потому что когда работаю я, и там несколько человек нашего управления небольшое, у нас 10 человек всего в управлении, управление по вопросам культуры, но есть эти несколько десятков учреждений, в этих десятках учреждений работают сотни людей, у этих сотен людей есть дети в кружках, есть кружковая работа, у них есть родители, и вот все вместе мы вот в этой, вот это и есть эта большая пирамида. Вот так мы можем делать, если мы все будем работать в одном направлении. А иначе ничего не получится. От начальника, одного начальника, который будет что-то делать, ничего не зависит, если эту идею не подхватывают те, кто работает с ним. Ви сказали, що у вас невеличкий колектив, всього 10 чоловік. Я чула, що вам не вистачало місця, у вас не було свого кабінету, свого управління, будівлі, де буде це управління працювати. Чи правда це в новинах з інтернету? Ну, це ще було до моєго приходу. До моєго приходу, дійсно, управління культури вместе з городським методичним центром довгое время ютились в одному поміщенні, на вулиці Макарова. Замечательный тихий райончик, старый. Ну вот, когда и управление, и подшефное учреждение, когда надо и что делать. Вот, и, к счастью, вот там управлению дали несколько кабинетов в здании горосполкома. Еще зимой управление переехало. Там у нас там 4 кабинета всего. То есть не так-то... Угу. Тобто вам же 5. Еде працювати, да? Да? Нет, ну так и до этого начальнику управления было где работать. Но теперь может быть всем комфортнее. Не так начальник, понимаете, комфорт начальника – это не самое главное для качества работы. А вот комфорт подчиненных, да, чтобы они могли действительно выполнять свою работу, чтобы они не ждали освободившегося стола, стула, чтобы когда пришел гость, чтобы они могли с ним поработать, когда приходят школы, руководители, педагоги, с которыми надо работать под аттестацию, проверки и так далее, чтобы у всех было свое рабочее место. А когда один должен встать, чтобы другой сел, это некомфортно. Ну так, це все ж таки для управління, да. Для цілого управління. Начальника завжди буде кабінет, де би не було. Юрію Йосиповичу, так. І поділіться коротко про плани на майбутнє. У нас 2018 рік, що плануєте зробити? Плануємо зустріти Новий рік новою ялинкою.
яскравими фарбами заходів, які будуть в нас на площі Соборній. Буде в нас відкриття і 19 грудня, і День Святого Миколая. Плануємо відкривати цю. Я сподіваюся, що буде ярмарочна площа, що там буде, будуть всякі ласощі, та будуть всякі там танці, пісні і все таке інше. І всі містяни прийдуть туди. І ми відкриємо 19 грудня. Сподіваюся, що ми і в новорічну ніч теж щось таке цікаво зробимо на Соборній площі. Ну і Різдво у січні. Також ми Різдвом ми завершимо цю таку новорічні свята. Ну а наступний рік покаже, що в нас буде. Будуть нові ремонти, реконструкції, реставрації, фестивалі, концерти, дні міста. Ну, сподіваюся, що все буде гаразд. Дякую, Юрію Йозефовичу, що приносите зі своїм колективом в наше місто свято. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що розказали про план на майбутнє, про наше сьогодення. Я нагадаю нашим глядачам, що наша культурна спадщина залежить від нас з вами. Так. Сьогодні у нас в гостях був Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Для вас працювала Віола Тортінян. Ви дивились «Гарячу лінію» на телеканалі Миколаїв. До зустрічі!